Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Oppo A1. И сейчас я покажу вам, как разрешить установку приложений из неизвестных источников. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Пароль и безопасность». Здесь мы выбираем «Безопасность системы». И тут мы выбираем «Источники установки». Далее выбираем источник, которому разрешим установку приложения. Это может быть Chrome. И ставим галочку вот здесь, нажимаем «Разрешить». Может быть Epic Games Store, может быть еще что-нибудь. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.